Двое несовершеннолетних жителей дагестанских огней подозреваются в ложном сообщении о заложенном взрывном устройстве. Накануне на номер единой дежурно-диспетчерской службы позвонил неизвестный и сообщил, что в домовладении, расположенном по улице Козленко, заложена бомба. После получения данной информации на место прибыла оперативная группа. Взрывных веществ обнаружено не было. По горячим следам стражи порядка выявили виновников ложного сообщения. Они сознались в содеянном. Предварительно установлено, что звонок совершил один из ребят с телефона другого.